Добрый день. Героиня нашего сегодняшнего интервью – Жанна Ильинична Резникова, известный этолог, доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета и заведующая лабораторией поведенческой экологии Института систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук. Здравствуйте. Здравствуйте. А сегодня мы будем говорить о познавательных способностях животных. И первый такой вопрос общий. Чарльз Дарвин говорил о том, что основное различие в умственных способностях животных и человека заключается не в качестве этих способностей, а в количестве. Сегодня, имея на руках данные от самых различных наук, мы можем сказать, что сегодня это тоже так? Ну, Дарвин, конечно, революционизировал подход к понятиям, в том числе понятиям об интеллекте животных, об их познавательных способностях. И в основном этот тезис, пожалуй, верен. Но, конечно, наука наша развивается довольно быстро, особенно быстро в последние десятилетия. И, наверное, я могу сказать об этом кое-что новое. Тем более, что я сейчас работаю над книгой для Cambridge University Press, которая называется «Animal Intelligence». И начинаю я как раз ее тоже со слов Дарвина о преемственности когнитивных способностей человека и животных. Но эта книга сейчас представляет, и вообще вот моя деятельность в этой области представляет такую область науки, как когнитивная этология. Ну, слово «когнитивное», я думаю, сейчас всем знакомо, когницию познавать. А вот этология нуждается в некоторой расшифровке, хотя тоже многим знакомо. Дело в том, что иногда путают этологию и экологию. Экология — это наука о естественной среде, о взаимодействии животных и человека с ойкосом, с домом. А вот этология происходит от греческого слова «этос», что означает «нрав», «характер». И это наука о поведении. Не только о поведении животных. Есть такая область, как этология человека, которая очень интересно такой подход, изучает человека как один из биологических видов. Вот тут как раз привет наш Дарвину. Вот, то есть человек как объект этологии человека совсем не обязательно должен разговаривать. А вот когнитивная этология, которую я представляю, изучает именно познавательные способности животных, то есть изучает наиболее сложные формы их, если можно так выразиться, умственной деятельности. Поэтому вот, как и всякая область науки, когнитивная этология в последнее время очень бурно развивается. И вот сейчас, когда я работаю над этой книгой, я столкнулась с тем, что за последние буквально 15, даже не скажу 20, буквально 15 лет появились такие новые области науки, как, например, оптогенетика, которая позволяет нам не только проследить, как проходит возбуждение по светящимся нейронам в мозгу животного, но и даже в какой-то степени отредактировать их память, вмешаться в эти процессы. И дата рождения этой науки — это тоже примерно 15 лет назад. Поэтому представляете, действительно, какая революция сейчас происходит в области когнитивной этологии. И возвращаясь к вашему вопросу, все-таки количественная или качественная разница? Вот как раз, пожалуй, в последние десятилетия исследователи во всем мире приходит к выводу о том, что одна из наших задач — это нащупать еще и качественную разницу.
Дело в том, что вот в этой моей книге я провожу такую, ну, может быть, новую идею, которую я называю «видовой гениальностью» — «special genius». И идея эта состоит в том, что, ну, подход, лучше сказать, что многие виды животных отличаются ну, какими-то выдающимися интеллектуальными достижениями, способностями, превышающими способности человека, но в пределах какого-то довольно узкого домена. Ну, например, крысы значительно лучше нас ориентируются в лабиринте. Если мы будем соревноваться, крыса лапками, а мы карандашом на бумаге, крыса победит. Как это, может быть, не покажется странным, но шимпанзе, наши ближайшие родственники на планете, превосходят нас в способности запоминать количество лиц и быстро запоминать и определять родственные связи. А у них фотографическая память, да, по-моему, шимпанзе или нет? Ну, тут даже дело не в особенностях памяти. Дело просто именно в особенностях восприятия именно в пределах этого домена. Они обладают, так же, как крыса обладает выдающимися способностями в ориентации и запоминании именно топографической карты. Также и шимпанзе могут вот быстрее нас и больше запоминать вот количество, ну, так сказать, сородичей и запоминать и определять их родственные связи. Голуби, оказывается, обладают выдающимися способностями к классификации и к так называемым 3D-преобразованиям. То есть известны такие задачки на преобразование фигур в пространстве. Вот голуби превосходят в этом человека. То есть в пределах этого домена они обладают значительно более развитыми когнитивными способностями. Это каждый представитель своего вида или в самом виде есть гениальные, а есть простые? А вот это очень интересный вопрос. Я сейчас на него отвечу. Потому что ответ и да, и да. Сейчас мы говорим пока в целом о виде. А вот что особенно для меня интересно, потому что это основной мой объект исследования, не только пчелы, но и муравьи, как оказалось, являются гениями общения. То есть я не хочу сказать, что они в этом превосходят человека, но они превосходят других животных в своей способности, но именно вот при решении достаточно узкой задачи, при передаче информации о том, как и где найти пищу, они могут запоминать абстрактную информацию, передавать абстрактную информацию. И муравьи, как выяснилось, могут еще и улавливать закономерности и использовать их для оптимизации передачи своего сообщения. Среди муравьев, например, в муравейнике выделяются личности разведчиков. Это очень небольшая социальная группа в большом муравейнике, который насчитывает в среднем около миллиона особей. Они составляют около 1%. И только они обладают вот такими выдающимися способностями передавать, запоминать и передавать абстрактную информацию и, более того, улавливать закономерности и использовать их для оптимизации сообщений. А что такое абстрактная информация? Просто не совсем. Ну, это означает информацию, которая носит не конкретный, а как раз именно абстрактный такой характер, то есть символическая информация. Ну, например, информация о количестве поворотов на пути к пище. Ну вот пчелы, например, запоминают информацию о
направлении и расстоянии до источника пищи. И я немножко неточно выразилась, дело не в абстрактной информации, а дело в абстрактных способах передачи этой информации. То есть одно дело, когда вы передаете информацию, оставляя пахучий след на своем пути, а другое дело, когда вы используете символические сигналы, которые имеют одно и то же значение в разных контекстах. Это как танец у пчелы или что? Да. Вот я имею в виду в данном случае танец пчел. А что касается муравьев, то мы не знаем, каким образом они передают друг другу информацию, поскольку мы судим об их языке по задачам, которые они решают. Ну вот в частности, они могут закодировать информацию и использовать закономерности для ее кодирования. И вот у муравьев, по всей видимости, основную роль играют тоже быстрые движения усиков и антенн, которые есть также и у пчел. Когда мы говорим о том, что некоторые особи у вида обладают действительно выдающимися способностями, то вот когда речь идет о муравьях, то речь идет о такой небольшой социальной группе. А вот в наших экспериментах, когда речь шла о диких мышках, которые способны различать количество фигурок на картинках, и вот мы открыли с моей молодыми коллегами такой вид мышек, которые отличают предметы на картинках на том же уровне, на котором это делают мартышки. Например, они отличают 8 от 9, 6 из 7. Это очень высокий такой уровень. И мы предполагаем, что в медицинских экспериментах будущего, может быть, недалекого будущего, вот мышки этого вида, это полевые мыши, открою секрет, вот, тем более, что это уже широко опубликовано, полевые мыши могут, может быть, заменить мартышек в медицинских экспериментах по изучению каких-то тонких ментальных нарушений у человека. В частности, болезни Альцгеймера, например, при испытании каких-нибудь лекарств. Так вот, оказалось, что в целом вид, вот эти полевые мыши, они в целом как вид обладают действительно такими выдающимися способностями. И я думаю, что в недалеком будущем, наверное, нейрофизиологи найдут этому причину. Во всяком случае, у моих коллег есть гипотезы на этот счет. Но вот среди этого, так сказать, гениального вида есть отдельные гениальные особи. И в целом вид может отличаться какими-то выдающимися способностями. И отдельные особи. Но я хочу еще раз вернуться к вашему основному вопросу о различиях количественных или качественных между человеком и другими видами животных. А дело в том, что когда я рассуждаю о вот этой вот видовой гениальности, то я прихожу к выводу, что интеллект человека универсален, в отличие от интеллекта от разных других видов. Вот я же перечислила особенности, скажем, там, голубей, пчел, муравьев. Видите, вот мы открыли еще один такой гениальный вид. Вот полевые мыши в чем-то. То есть я думаю, что гениальность полевых мышей, может быть, не только их, но и родственных им видов, в том, что они улавливают мельчайшие изменения в окружающей среде, что, в общем-то, естественно. То есть когда мышка высовывает мордочку из норки, если какая-нибудь травинка лежит не так, значит, может быть, там где-нибудь хищник прокрался поблизости. Вот. Поэтому они, реагируя на такие мельчайшие изменения, они
они, соответственно, еще и очень хорошо различают количество визуальных стимулов. Вот. Но вот когда мы сопоставляем вот эти способности, то вот каждый вид хорош в своем. А интеллект человека получается универсален, то есть человек может и то, и другое, и пятое, и десятое. То есть животные, они что, все узкоспециальные задачи какие-то решают? А нет такого животного, который бы таким же обширным обладал? Ну, мы поскольку говорим о когнитивной этологии, то, конечно, наши ближайшие родственники, антропоиды, шимпанзе, гориллы, бонобо, они проявляют когнитивные способности высокого уровня в разных областях, то есть и в количественных оценках, и в передаче информации, и в освоении, ну, скажем, языка посредника, на котором человек с ними общается. Вот, крысы, скажем, и голуби, они, возможно, значительно более специализированы. Но дело в том, что у человека тоже есть своя специфика. И одна из специфических особенностей интеллекта человека — это способность чрезвычайно быстро решать социальные задачи. Вообще все, что связано с социальными связями. Вот это специфическая гениальность человека. И когда исследователи сопоставили, они предложили вот целую батарею психологических тестов приматам и людям. Ну, они взяли молодых приматов, это вот как раз перечисленные мной шимпанзе, бонобо и гориллы. Ну, еще в некоторых экспериментах еще участвовали молодые орангутаны. И детей 4, 5, 6-летнего возраста человеческих, то есть не очень маленьких, и сопоставили их, предложив их способности, предложив им батарею когнитивных различных задач и социальных задач. Когнитивные задачи были связаны с тем, что вот есть такое направление последние 20 лет в когнитивной этологии, оно называется в переводе «популярная физика для животных». Вот. То есть как животные могут судить, там, скажем, о силе тяжести, о сохранении там, предметов в пространстве, что куда упадет, что зачем потянется. То есть физические задачи. Да, физические задачи такого практического характера. Вот. Что куда исчезнет, вот если рассчитать его траекторию мысленно. Вот. И социальные задачи. То есть это умение реагировать на какие-то, ну, скажем, указывающие жесты партнера, на его там выражение лица и глаз, на, ну, в общем, какие-то задачи, связанные с социальным взаимодействием. Вот оказалось, что в этом возрасте физические задачи шимпанзе и дети решают примерно на одном уровне. Но в решении социальных задач человек далеко превосходит наших ближайших родственников. И, по всей видимости, это одна из специфических черт интеллекта человека. Человек, ну, можно сказать, гениальная обезьяна. Он гениально обезьянничает. Скажем, в задачах, требующих точного подражания, детям, человеческим детям нет равных. То есть вот это одна из специфических особенностей интеллекта человека. Но на этом, так сказать, дело не кончается. Если мы вернемся к физическим задачам, то вот сейчас как раз исследователи продолжают нащупывать вот эту грань именно интеллекта человека при решении в том числе и задач физического характера.
И похоже, что все-таки наше представление о способностях животных улавливать причину и следствие, они немножко преувеличены. То есть в последнее время исследователи, сопоставляя приматов и человека, или, скажем, человека и таких, опять же, вот гениальных птиц, как новокаледонские вороны, которые способны к выдающейся орудийной деятельности и могут быстро-быстро соорудить из проволоки крючок, никто их этому не учил, для того, чтобы достать хитро спрятанную приманку, поддеть ее с помощью этого крючка. Вот если сопоставить способности человека, маленького, там, скажем, ребенка и вот такой новокаледонской вороны, то окажется, что вот наши надежды на то, что вороны еще и понимают хорошо причинно-следственные связи, они немножко преувеличены. И вот сейчас этот вопрос пока еще приоткрыт. То есть я не могу даже дать на него окончательного ответа. Но, наверное, когда я допишу книжку, то, может быть, если мы вернемся к этому вопросу, может быть, я его уже и дам. Вот вы рассказывали в одной из своих лекций, что пчелы решают задачи, например, некоторые, которые решают шестилетние дети, то есть они способны решать такие задачи. Потом есть шимпанзе, да, которые тоже решают задачи, которые решают там 8-летние, 7-летние дети. Вороны решают задачи, которые решают 7-летние дети. Плюс птицы обладают языковыми способностями. Вот гениальные вороны, попугаи, да, при этом не имея коры головного мозга. Получается, что не важен размер мозга, если даже пчелы решают эти задачи, и кора тоже не имеет такого принципиального значения. Дело в том, что мозг, начнем с того, что мозг устроен по-разному. У разных, в данном случае речь идет о разных классах животных, это класс птиц и класс млекопитающих. Вот, и даже у разных типов животных, и у позвоночных, и у беспозвоночных, и нервная система устроена по-разному совершенно, и далеко не всегда. В общем, как бы это сказать, в нервной системе насекомых имеются аналоги коры головного мозга. То есть у пчел и у муравьев, и вообще у всех насекомых, аналогом коры головного мозга являются так называемые грибовидные тела. В них находятся ассоциативные центры. То есть неважно, где находятся ваши ассоциативные центры, в грибовидных телах или в коре головного мозга, но важно, что они у вас есть. Так вот, у насекомых ассоциативные центры находятся в грибовидных телах. И у пчел грибовидные тела составляют примерно 1/5 от веса их мозга, маленького действительно, с просеное зернышко. А у муравьев они составляют аж целую половину. Вот это как раз сопоставимо с человеком. Вот у человека примерно столько от веса мозга занимает именно кора головного мозга. Поэтому, когда речь идет о размерах, то размер действительно не очень важен. Дело на самом деле, конечно, не в размере. И миниатюризация мозга насекомых. Вот наши коллеги в Московском университете занимаются как раз вот совсем миниатюрными насекомыми, у которых, ну, даже вообще страшно сказать вообще, какие микроны, о каких микронах идет речь. То есть они сложные задачи все-таки не решают, их насекомые. Но вот пчелы действительно, вот, когда вы говорите о том, что пчелы решают такие же задачи, то речь идет вот о чем. Когда вы сопоставляете способность пчел и маленьких детей, речь идет о том, что пчелы
решают так называемые задачи на абстрагирование. И я еще студенткой участвовала в этих экспериментах вот известного энтомолога Георгия Александровича Мазохина-Пушникова, тогда заведующего кафедрой в Московском университете, который, пожалуй, один из первых написал статью, это еще в 70-е годы, которая называлась «Интеллект насекомых». И вот в этих экспериментах Мазохин-Пушников и его школы, в том числе я студентка тогдашняя, вот показал, что пчелы могут не просто, скажем, решать такие абстрактные задачи, как развлечение треугольника, как бы он ни был изображен, скажем, пунктиром, там, точками на каком-нибудь фоне там, и так далее, но распознать вот эту фигуру в любом ее виде, так сказать, обладает понятием треугольности. Вот. Но это простая задача. А наиболее сложная задача из тех, которые решают пчелы, это вот какая. Вот здесь они действительно сопоставимы с маленькими, ну, с, там, скажем, 6-7-летними детьми. Это распознать при сопоставлении цепочки фигурок, фигурки, которые состоят из закономерных последовательностей или случайных. То есть, например, ну, понятие парность и непарность. Вот представьте себе фигурку, составленную из треугольничков и квадратиков. Вот. Слева будет фигурка треугольничек, треугольничек, квадратик, треугольничек, квадратик, кружочек. Там, скажем, вот три. Треугольнички, квадратики, кружочки. А справа будет такая цепочка, составленная из тех же элементов, но расположенных попарно. Квадратик, квадратик, треугольничек, треугольничек, кружочек, кружочек. Вот. Но с первого раза, конечно, пчелы, ну, естественно, что они будут выбирать случайно. Если вы все время будете ставить кормушку на цепочку из парных фигурок, то они, ну, просто привыкнут выбирать эту цепочку. Тогда вы меняете задачу. То есть вы составляете цепочки. Одна будет парная из парных фигурок, другая из непарных. Вот, но уже из других элементов. Скажем, там будут трапеции, звездочки там, и так далее. Да? И вот нужно запастись терпением и множеством вариантов этих элементов. И ну, примерно там, я не знаю, на 50-й, на 60-й раз смены этих элементов, пчелы наконец продемонстрируют вам надежное умение отличать парные фигурки из парных элементов от фигурок из непарных элементов. Здесь мы опять же возвращаемся к понятию вот гениальности отдельных особей, ну или лучше сказать, способности отдельных особей. Дело в том, что если простые задачи на абстрагирование решают все пчелы в улье, то вот задачи, которые связаны с понятием парности и непарности, решают, ну, буквально одна-две пчелы из сотни. То есть, да, действительно, по этим способностям пчелы неоднородны. Ну и вот возвращаясь к вашему вопросу, ну, что касается птиц, то у них еще один вариант устройства нервной системы, еще один вариант устройства мозга, возможности которого, тем не менее, во многом, ну, по крайней мере, как показали наши коллеги в Московском университете, вот эта лаборатория Зои Александровны Зориной и ее коллеги, они показали чрезвычайно высоко развитые способности ворон к таким абстрактным операциям, как, например, даже когнитивный перенос. Вот. Ну, поэтому, да, при разном типе устройства нервной системы
То есть кору им тоже не обязательно иметь, чтобы решать? Да, кору тоже не обязательно иметь. При разном типе устройства нервной системы, тем не менее, животные могут решать чрезвычайно высокого уровня когнитивные задачи. А еще вот тоже я слышала про ворон такое, что они как бы могут понимать символы. Например, если на коробочке там написать одно число какое-то простое, и на другой коробочке другое число, но больше первого, то они понимают, что написано, что там больше лежит, хотя они не видят. Как раз эксперимент из Александровны Зориной и ее коллег о способностях ворон к распознаванию символов, в том числе вот этой задачи, о которой вы сейчас говорите. Ну, это же вообще уже супер продвинутый уровень, потому что считается, что это прерогатива человека вот так вот мыслить символами. Ну да, да, речь идет как раз именно о способности оперировать символами. Часто еще говорят о том, что да, вот отличает животных от людей, о том, что животные как бы застряли в настоящем, а в то время как люди могут путешествовать мысленно в прошлое, там, в будущее. Хотя животные тоже могут планировать, те же шимпанзе, они могут идти на какое-то место с орудиями, с конкретной целью, вот, чтобы на этом месте там что-то расколоть. Но вопрос вот такой был бы интересен. А могут ли животные, насколько далеко они могут планировать, и есть ли у них ощущение смерти, то есть того, что они смертны. Возможно ли такое? Как вы думаете? Вы знаете, на первую часть вопроса ответить немножко легче. Дело в том, что я все-таки, ну, как вы, наверное, уже из нашей беседы успели заметить, я экспериментатор. И поэтому мне легче рассуждать в рамках экспериментального подхода, когда есть эксперименты, которым я могу доверять или не могу доверять, как в некоторых случаях. Поэтому вот что касается планирования, то это чрезвычайно интересный вопрос. И есть очень много данных, основанных как на наблюдении в природе, так и на экспериментах. Вообще, с моей точки зрения, самые ценные эксперименты — это эксперименты, которые моделируют природные ситуации. Вот, например, когда я отвечала на ваш вопрос о муравьях, вот как разведчик передает с помощью своих каких-то символических возможно сигналов, абстрактных сигналов, как он передает информацию о направлении и пути, то наш эксперимент моделировал природную ситуацию, как разведчик передает информацию о том, на каком листике находится пища, находится колония тлей, к которой он должен направить своих фуражиров. Но вот здесь тоже, когда речь идет о планировании, то эксперименты, которые ставят в лаборатории, они основаны на природных ситуациях, как раз такого типа, какой вы только что упомянули. То есть, да, шимпанзе могут сохранять орудия и могут эти орудия использовать на следующий день, иногда даже через пару дней. Более того, они используют сложносоставные орудия, и они могут сохранять элементы сложного орудия. И, скажем, одни элементы сохранять вот в том месте, где находится их кузница орехов, а другие элементы приносить издалека – явно с намерением заняться, скажем, раскалыванием камней или ужением термитов и муравьев. То есть шимпанзе в этом смысле, да, они могут планировать свои действия. Тоже относится и к новокаледонским воронам. Они, оказывается, не просто могут сохранять в каком-то месте части своих орудий, но у них есть еще и понятие о более ценных орудиях и менее ценных. Дело в том, что у ворон, новокаледонских ворон, есть орудия менее ценные с их точки зрения, они действительно менее эффективны. Это орудия из прямых веточек и орудия из листьев пандана, которые они сами изготовляют в виде крючков. То есть они изготовляют крючки из
оторванные ими самими кромки листьев. Вот такие орудия они считают более ценными и сохраняют их дольше, сохраняют их в особых местах. То есть это, в принципе, говорит об умении животных планировать. Ну, хотя бы на таком достаточно простом уровне, но всё-таки. И вот эксперименты, которые ставят животные, которые ставят исследователи, чтобы изучить эту способность, они как раз основаны на этих природных ситуациях. И как раз именно сейчас, вот прямо вот буквально вот в наши дни, мы ждем результатов вот этих экспериментов, которые ставит международная команда с разными видами приматов. И пока они, в общем, приходят к таким очень осторожным выводам, что да, могут планировать, но недалеко. Вот, могут планировать как бы в пределах 1-2 шагов, но не могут планировать несколько шагов, в отличие от, опять же, человеческих детей, которые несколько шагов могут планировать, по крайней мере, в возрасте 6-7 лет. Но вот для того, чтобы ответить на вопрос, есть ли у животных понятие о том, что они смертны, вот тут надо прибегнуть к более сложным, так сказать, более сложной экспериментальной технике, которая была разработана в конце 60-х годов. Я думаю, что вы, наверное, конечно же, слышали или читали об этом. Это язык-посредник для общения с приматами. Ну, вот прежде всего, речь идет о шимпанзе, бонобо и гориллах. С этими животными, ну, в конце 60-х годов, самая первая идея была основана на использовании языка глухих, то есть это язык жестов. Это полноценный символический язык человека, которому можно обучить, как оказалось, ну, вот начали с шимпанзе, можно обучить шимпанзе, и ее словарный запас довольно быстро возрастал, начиная с нескольких жестов и до пары сотен. И оказалось, что несмотря на то, что естественная система коммуникации шимпанзе во многом остается для нас неизвестной, это вот как раз трудности, связанные с расшифровкой естественной коммуникации животных, то, чего мы с Борисом Рябко избежали с помощью нашего теоретико-информационного подхода, когда мы не пытаемся расшифровать язык животных. Вот. Ну, а обучить муравья или пчелу языку-посреднику — это тоже чрезвычайно сложная задача, хотя, может быть, и решаемая. Вот. Но вот в данном случае это вот еще один такой путь, который совершенно изменил наше представление об интеллекте животных. Это путь обучения животных языку-посреднику. Во-первых, оказалось, что, так сказать, лингвистический потенциал шимпанзе чрезвычайно велик. Они могут вот язык-посредник, который, так сказать, они освоили, дает им возможность комбинировать слова. И таким образом с помощью ограниченного количества слов выражать практически неограниченное количество, передавать практически неограниченное количество сообщений. Ну, например, обезьяны называли редиску «боль ягода», вот, а арбуз там «вода ягода». Ну вот лебедя, вода, птица. То есть вот им не давали значения, так как они сами скомпоновали так. Да, в том-то и дело. Скажем, когда обезьяна, катаясь на лодке со своим воспитателем, увидела лебедя, в ее словаре нет слова лебедь. Есть слова вода и птица. И она лебедя назвала вода, птица. Ну, водяная птица, можно сказать. Точно так же в ее словаре слово редиска. Вот. Но есть слова боль и ягода. Так вот оказалось, что когда у гориллы Коко, это очень известная такая была горилла,
которые даже были в интернете, такие виртуальные чаты, вот, с ним можно было даже пообщаться. Вот Горилла Капуа изъяснялась с помощью языка жестов. И когда умер ее котенок, то она, вот, комбинируя различные слова, как раз выражала скорбь и буря, и, в общем, высказывалась о прошлом, в котором был этот котенок, и о будущем, в котором этого котенка не будет. Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что еще в 70-е годы в общении с первыми шимпанзе вот, выяснилось, что они могут вот на этом своем, вот на комбинации из доступных им жестов сказать, что Уоша будет плакать, когда Мэри уйдет. То есть, когда Мэри уйдет, в смысле из комнаты или из жизни? Нет, не в смысле уйдет. Когда Мэри просто уйдет из комнаты. Вот. То есть животные могли высказаться о событиях в прошлом и событиях, которые будут в будущем. Действительно, пусть даже с помощью языка посредника, а не с помощью исследования естественной коммуникации животных, но мы ответили на вопрос о том, есть ли у животных понятие о прошлом и будущем. Оно у них определенно есть, потому что об этом говорят эксперименты с использованием языка-посредника для общения с приматами. Ну, что касается вот понятия о смертности, то тут трудно очень сказать, но вот, по крайней мере, беседы с гориллой Коко говорят о том, что, может быть, такое понятие у них и имеется. Еще такой интересный вопрос о коммуникации волков. Правда ли, что до сих пор точно неизвестно, как распределяются роли волков во время охоты, да? Как вожак подает сигнал другим участникам стаи? В частности, этот вопрос затрагивается в книгах Ясона Бадридзе, и он там даже, уже не в книгах, а в некоторых своих интервью, ну, косвенно как бы намекает на такое понятие, как телепатия, да, что мы не знаем, как передаются эти сигналы. Он, когда жил с волками 2 года, он тоже понимал, что ему нужно делать, когда он именно вот глаза в глаза смотрел на вожака, но при этом никаких указаний, то есть не получил, ну, языка тела никакого не было, да, но вот он знал, что делать, и вся стая тоже знала, что делать, и вообще неизвестно, как они эти роли распределяют. То, что у этих животных чрезвычайно тонкая система коммуникации и чрезвычайно развитые, очень тонкие социальные связи, ну, в этом плане из работ Бадридзе стало известно значительно больше, чем известно раньше. И это, конечно, совершенно замечательно, уникально просто ученые, которые поделился с человечеством вот таким вот уникальным опытом совместной жизни с волками. Вот тончайшим оттенком звуковой коммуникации и, по всей видимости, ну вот то, о чем говорит Ясон Бадридзе, это уже не звуковая коммуникация, а какие-то движения глаз. Вот. Какие-то, может быть, микродвижения, микровыражения. Животные могут передать чрезвычайно детальную информацию, когда речь идет о высокосоциальных видах животных. Поэтому идет ли речь о телепатии? Опять же, как экспериментатор, я скажу, что, наверное, достаточно более простых объяснений. Это какие-то микродвижения глаз, микровыражения, так сказать, лица. Известно, что у волков оно чрезвычайно выразительное.
И в этом плане я думаю, что вот, поэтому организация охоты вполне может быть основана на вот таком вот способе обмена информацией при разделении ролей. Язык посредник в общении с волками мы не можем использовать, но эксперименты с обезьянами говорят нам, что лингвистический потенциал высокоразвитых социальных животных весьма высок. Поэтому я думаю, что речь идет, наверное, о каких-то тонких мимических движениях глаз, лица у волков и не обязательно у звуковой коммуникации. По всей видимости, они могут чрезвычайно сложную информацию друг другу передавать. Жанна Ильинична, напоследок хочу вас попросить порекомендовать мне и нашим всем зрителям какие-нибудь книги по теме, такие вот, что были интересные для души, о животных, об исследованиях поведения животных, в том числе ваши книги. Ну, вы знаете, мои книги, к сожалению, ну вот та книга, над которой я сейчас работаю, она выйдет только по-английски. И есть книга, которая переиздается сейчас каждый год вот в издательстве «Юрайт». Это трилогия по зоопсихологии, которая так и называется «Язык и коммуникация», «Интеллект и язык животных». Вот. Ну вот из своих книг могу порекомендовать ее. Ну, в свою очередь, она тоже является переизданием книги «Основы когнитивной этологии», которая «Коммуникация, язык и речь», которая была издана в Академии еще в 2005 году. Вот. Ну, кроме того, есть серия книг очень известного американского приматолога Деваля. И одна из них, например, называется «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?» Это, конечно, совершенно замечательная книга. Да и, собственно, и вся серия Деваля, там в том числе есть книга у него «Политика у шимпанзе», вот, которую я тоже, конечно, очень рекомендую. Недавно вышла книга, перевод книги Эдварда Вильсона и Берта Хальдоблера, это «Путешествие с муравьями». Вот перевод этой книжки вышел буквально там месяц назад, и вот тем, кто интересуется муравьями, наверное, я прежде всего рекомендую ее. Это такая очень солидная и высокопрофессиональная монография, из которой любители муравьев чрезвычайно много о них узнают. Вот. Ну, кроме того, я рекомендую, наверное, все серии вот Александра Маркова. Александра Маркова в соавторстве с Еленой Наймарк по эволюции. Ну, они содержат также и главы об эволюционных истоках поведения животных. Ну вот. Книги по этологии человека Марины Львовны Бутовской, если вот заинтересовало такое направление этологии, как этология человека. Вот. Да, конечно же, книга... Вот, и наше в соавторстве с Зоей Александровной Зориной и Ингой Игоревной Полетаевой. Вот есть книга Зорина Полетаева-Резникова «Зоопсихология», которая издана в издательстве МГУ. И эта книга переиздана тоже сравнительно недавно. Вот в ней можно узнать многое. Вот, это такая, так сказать, именно монографическое такое изложение основ зоопсихологии. Вот «Основы зоопсихологии Соцкой» тоже недавно есть вот новое издание. Ну, книги Исона Бодридзе, конечно, безусловно, которого вы упомянули. Вот книги Пажетного о жизни с медведями. Вот. Ну, то есть, видите, вот довольно много, конечно, можно порекомендовать. Если вернуться к книгам вот Зоя Александровна
Антона Зориной, то это еще и ее книга в соавторстве с Анной Смирновой, о чем рассказали говорящие обезьяны. Вот, это книга, которая поможет ответить на вопросы, а действительно ли обезьяны могут нам рассказать что-то существенное, и ответ будет положительный. Ну, конечно, да, могут. Ну вот, наверное. Жанна Ильинична, спасибо вам большое за рекомендации, за очень интересную беседу. Пожалуйста, было очень приятно побеседовать.